Шестое марта. Доброе утро. Я хотел бы поделиться с вами с очень интересным словом на сегодняшний день. Иоанна, первое послание Иоанна 2,16 говорит: И во все, что в этом мире похоть плоти, похоть очей, житейская это не есть, но от мира всего. Что интересно, даже не говорит, что это просто от сатаны, а от всего мира. А князь этого мира есть сатан. Вы знаете, когда мне было 15-16 лет, я принял Господа, я влюбился в Господа, я пережил его сверхъестественное помазание, присутствие, моя жизнь изменилась. Я назвал это рождение свыше. Этот период был очень серьезным для меня. Хотя я уверовал и а, родился свыше, в моей жизни все-таки оставался а, по момент, где было очень много мусора, очень много чего нужно было избавляться. И одной проблемой в моей жизни была большая аморальность. Я ее так называю, потому что все, что связано было с похотью моей жизни, я боролся очень сильно. И вы знаете, иногда вот этот момент, дьявол хочет э, сильно нас расстроить в этом части нашей жизни. И э, семена Слова Божьего, которые сеют в нашу жизнь, чаще всего они заглушаются тернием, который мы называем э, дела дьявола. То есть то, что заглушая слово Божье в нашей жизни. и один из этих термин может быть похоть. Я помню, как борясь с этим пороком я подошел к одному служителю нашей церкви общины. Вильям а, Морозовский, один был служитель, который а, и шел вместе со мной со собра с собранием и по пути от а, собрания, где собирались наши братья и сестры в советское время, было долгим путем, пока мы дойдем до остановки этот путь, я использовал правильное направление. То есть я подошел к нему и сказал: а Я хочу сказать то, с чем я борюсь. Я начал говорить ему с тем переживанием, которые у меня были, с тем мусором, который находился у меня внутри. Вы знаете, меня поразил этот человек тем, что он просто помолился. Он сказал: Господь,. Дай ему влюбиться в тебя. Дай ему иметь страсть по Слову Божьему и тебе. Вы знаете, и мы еще долго говорили, пока мы пришли на остановку и ехали домой. Я могу сказать одно. В жизни моей много что изменилось в это время. Я увидел, что Господь стал моим приоритетом. Я долго еще потом размышлял на том, что произошло. Но то, что Он сделал, положил семена надежды и в любви к Господу. Давайте вернемся обратно к этому слову. Ибо все, что в этом мире похоть плоти, похоть очей, года житейская, это не есть от Отца, это от мира всего. Может быть, многим из вас хочется иметь хороший статус, уютное гнездечко, такое как. Квартира, машина, э, имущество, желание, которое мы имеем, потому что это слово похоть, оно имеет слово желание, то, что мы к чему стремимся. В моей жизни была вот такая ситуация, но я что нашел, интересно, что Бог хочет, чтобы мы избавились. Рав Шаул использует слово похоть, как э, слово, которое чаще всего мы думаем, как негативное. Но на самом деле в этом, в этом слове ⁇ похоть ⁇ используется желание, страсть. И вот моя молитва сегодня за каждого из вас ⁇ иметь страсть по Богу, по Его Слову. Когда мы страстно влюбляемся в Бога, изменяется вся жизнь. Вы знаете, когда Вильям помолился, я не почувствовал больших перемен. То есть я не почувствовал, что-то в моей жизни произошло так вот мгновенно. Но на следующее утро, вы знаете, что-то особенное произошло. Я почувствовал, как внутренний голос внутри меня говорит, сын мой, я хочу использовать тебя. И несмотря на то, что произошло в твоей жизни, я хочу эту страсть, э, плотскую страсть, изменить на страсть по моему слову, обо мне. И я, знаете, я почувствовал, как Господь сказал мне, сын, я хочу изменить это. С того момента были очень много перемен в моей жизни, и я этому рад, что один служитель смог просто помолиться. Я знаю, что у многих из нас есть страсти. Иметь что-то, кого-то, или же а, быть кем-то давайте превратим страсть по Богу в именно больше, чем просто наше желание. Мы погрузимся в Его Слово, которое дает нам ответ на нашей жизни. Я хочу помолиться за вас. Страсть, которая останавливает атаку врага и дает возможность нам раскрыть свои крылья, крылья веры. Отец Небесный, я благодарен Тебе, что моя страсть, которая внутри меня, она направлена на желание встретиться с Тобой. И в это утро я прошу, чтобы Ты благословил наших братьев и сестер. Помоги мне и нашим братьям держаться Твоего Слова, поднимать свои глаза к Тебе, откуда приходит наша помощь. И все мои желания к вещам – к событиям, они абсолютно незначительны. Дай мне желание к Твоему Слову сегодня, чтобы оно было больше, чем страсть по вещам этого мира, чтобы я мог познать Тебя больше во имя Ишуа Мессии. И пускай Бог благословит вас сегодня. Аминь. Очень наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады Помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим э, служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.